Всем привет, друзья, с вами Маламадрас, и сегодня мы снова будем играть в мобильный Тарков, который называется Lost Light. Короче говоря, я хочу проверить новую карту, третью, которая есть, но для того, чтобы мне это сделать, мне нужно пройти сначала задание «Выйти из леса», то есть... из карты лес. Надо уже продвигаться дальше. Единственное, что у меня появилась проблема некая. У меня нет места. То есть, так давайте вот это сейчас продадим. То есть, я накопил уже достаточное количество каких-то шлемов, пушек, да, как вы поняли. То есть, будет не жалко все это дело протирать, то, что я сейчас с собой понесу. Единственное, что у меня вот, например, на КСН нету магазинов. Но ничего страшного, у меня сотка с собой есть. Я думаю, что будет все норм. Вот наш персонажик. И погнали. Так, стой, пауза, не-не-не-не-не, Акияма, да, все верно. То есть, как вы поняли, я еще ни разу не выходил из этой карты, из лесу вот этого, то есть за именно ЧВК. То есть за мародера не считается. Нужно идти именно за ЧВК и выйти. Вот, смотрите, уже сколько игроков. Так, наконец-то. Я сейчас не буду плотно лутать эту локацию, во-первых, потому что нет ключей у меня особо. Опа, начали показывать выходы. Спасибо большое. Это во-первых. Во-вторых, у меня задача просто выбраться из Локи. Так-то, да, как бы я пробегу через виллу. О, уже, слушайте, уже кто-то работает. Это, скорее всего, игрок убивает бота. Видите, бот там был? Посмотрим. Понял. Тихо. Да блин! Понял. Кого-то, да его. Тихо, это люди. Мелку забаем, а? Да чего базарите? Мелку раба. Жесть, что происходит? Это бот. Если что. А там стрелял человечек. Вон он. Все. Давайте послушаем всех, может быть. Не, нафиг всех не буду слушать. Но тут опасно. Тут опасно, сразу говорю. Могут сейчас там, слышали, какая-то снайпа работала вообще откуда-то. Но раз этот бот живой... Это бот, да. Так, глушак, подожди-ка. Давай, заряжайся. Не будем, наверное, ничего отсюда брать. Тихо. О-о-о, полегче, ребят. Двойка. Ну тут даже боты жесткие, так-то, если подумать. Давай-давай, заряжай, родной. Ну у меня хорошие патроны еще, поэтому... Это тоже очень важно. Вообще, я с ботами тут не собирался зацепляться, если честно. Оп, тихо-тихо-тихо. Так, хилимся. Вот и аптечка закончилась почти. Так, хаешечка, это классно. Так, а что ты... Надо встать, брат. Ну что за фигня? Что происходит? Ладно. Это я даже, кстати, не дошел до главного еще здания. Я, наверное, туда и не пойду уже. Ну, а КСН, вот эти надо магазины собирать, а то у меня как раз их не хватало. Так, тут у нас что, вода? Граната. Интересно, слушайте, я раньше здесь лутался, не было здесь ничего в этих домах. Ну, дневник какой-то. Водичка. Короче, все, собираем, пока мы сейчас все равно уходим, правильно? Так, открыть. Так, какие-то модификаторы. Ну, блин, наверное, места уже не будет сейчас. Да, давайте повыбрасываем лишнее. Давайте воду выпьем, наверное. Подпрокачаемся, потому что это тоже... Тихо, кто-то идет. Открывайся. Слышу, слева кто-то ходит. Опа, еще одно кольцо. Как раз мне не хватало, по-моему, одного кольца для прокачки. Бандаж-кит. Короче, все забираем.
Так, по-моему, это... Это был человек, нет? Так, тихо. Заряжай, 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 родной. Все. Нет, это тоже был бот. Кстати, дал мне какой-то... какой-то биткоин. Все, хватай. Ага. И патроны заберем. Все, погнали на выход. Времени еще, правда, вагон, но... Ребят, нет, надо идти. Я уже, в принципе, все, забил рюкзак. Вот сейчас ботами... Правда, мне почему-то казалось, что здесь были игроки. Ой, нет, зря! Перелом. Зря я это сделал. Так, где у меня бандаж? Давай. Шину наложим. Ну все, теперь можно двигать. Но я, видите, я все равно не могу бежать больше. Может, у меня вторая нога, потому что сломана, да, походу. Вот теперь можно. Ну, окей, погнали, погнали. Сейчас будут меня пытаться убивать, но они не успеют. У меня всего 10 секунд есть. Так, ну неплохо. Ушли. Да, конечно, с людьми не пострелялись, но я и не хотел сейчас здесь воевать, потому что нужно пройти дальше, нужно открывать новые карты. Смотри-ка, 6-й уровень у меня уже. Я могу, видимо, больше пушек сейчас скупать. О, конечно, набрал я с тобой сейчас много, ребят. У меня даже, наверное, не хватит места. Так, ну что, ребята, у меня вкачался 6-й уровень. И это значит, что у меня, короче, открылась вот эта штучка. Верстак, которым можно кастомизировать пушки прям как в Таркове. Причем, посмотрите, как это реализовано. Офигеть, детализация всего, обратите внимание. Единственное, что тут, видите, я не все могу ставить. То есть что-то открывается на каком-то другом уровне, там, после какого-то квеста. К сожалению, да, то есть это немножко странно, потому что там некоторые вещи, вот 22 уровень, там, это жесть какая-то. То есть сколько я буду качаться, да. Но, тем не менее, вот устанавливаются различные обвесы, это прям великолепно, я считаю. Это просто охренительно. Улучшаются все показатели, то есть все, цевья меняются. Так, подожди. Здесь у нас само дуло. Различные приспособления за счет этого меняются. Короче, очень круто. Я с этим позже разберусь, потому что сейчас я пока не особо шарю. Пойдем посмотрим, что можно продать. Так, кольцо. Вот это, естественно, мы сохраняем. Всякие вот эти разведданные или... Ну, я не знаю, что это такое. Короче, мы это продаем. Так, ну что, дорогие друзья, мне надо... Короче, не дают мне дальше идти на новую карту, говоря, что я должен еще успешно сбежать с Factory. Но я предлагаю это и сделать. То есть я сейчас хочу выставить ночь на Factory. Я почему-то думал, это откроется чуть позже, но вот оно уже открылось. Так, стволы я пока могу себе здесь оставить, потому что смысла не вижу с ними гонять. На факторке чуть поменьше народу, но как бы тем лучше. Тут я уже буду чувствовать себя чуть увереннее. А, мне нужно выйти именно через тот дальний выход. Я понял. Попробуем сразу выйти, потому что я не... Так, ночь, кстати, реально нихера не видно. Зря я ночь выставил. Я не особо хочу на факторке бегать. Так, мне открылся крафт. Вот, теперь мне открылся еще и крафт. И вот, новая карта мне открылась. Наконец-то, ребят. Вот это я и хотел сделать. Давайте как заглянем в крафт. Во-первых, надо забрать вот эту всю фигню. Да, то, что можно забрать. Новый квест открылся еще. Блин, жалко, нет перевода. Я бы с радостью почитал, читался, повыполнял бы. Так, давайте, конечно, возьмем миссию. Посмотрим, что за крафт. Крафт, вот. Опа-на, то есть я могу из колечек крафтить рюкзаки. Вот биткоины, монетки могу крафтить. Степлеры, я могу крафтить патроны. Ребят, да это же капец как круто. Реально, это очень круто. Из всяких других предметов я могу крафтить другие патроны. Ну и, соответственно, смотрите, из маленьких аптечек могу крафтить большие и так далее. Ключ. Это какой-то сейф-кей непонятный. То есть можно для секретных комнат еще крафтить все. Много чего есть. Менеджер офис-кей. Но я в этом тоже позже чуть разберусь. Это круто, что есть такое. Так, давайте посмотрим. Вот, workbench как раз. Смотрите, мне нужны болты, мне нужны гайки. Я вкачаю до 2 уровня workbench. Соответственно, смогу вкачать свою, вот эту вот, свой склад после этого. Это круто. Конечно, долго получилось у нас с вами, да, долгий путь до новой карты. Но это типа Таркова, то есть тут интересен весь сам, весь процесс вот этого фарма. Интересен весь процесс
накопление всех вот этих вещей, это же вообще офигенно. Я, честно, не думал, что он настолько продуманный. То есть все вот этот крафт из одних вещей в другие, вот этот верстак, вот это все, вся прокачка обвеса и прочее, это все взято с Таркова. То есть, опа, 12 человек здесь. Если вы помните Badlanders, ему такое не снилось даже просто вообще. Хотя это от тех же разрабов игра. От NetX. Ладно, пойдем в новую карту. Не гонял на ней ни разу, но что-то мне подсказывает, что это таможня. То есть карта таможни переделанная. Если она будет вообще сделана так же, как в Таркове, ребят, это будет просто разрыв. Так, ну смотрим. Да, ребят, это чистейшая таможка. Чистейшая таможка, да... Тут еще терминал должен быть, так, где я? А может и не чистейшая? Нет, нет, я удивился бы, если бы она была чистейшая, потому что там очень большая карта. Нет, другая карта. Ну хорошо, так, у меня есть три выхода. Пойдемте лутаться. Здесь будет гораздо больше людей, чем было на тех картах. 12, то есть представляете, да? И это... означает, что придется здесь поместиться с людьми, повнимательнее быть. Короче, чем больше я играю в эту игру, тем больше она мне нравится. Но я по-прежнему хочу, чтобы здесь было первое лицо, не третье. Причем не то, что... Так, идет. Выбирай, что хочешь. Прям на постоянке. Это будет хардкорно. Так, это стрельба. Что-то особо ничего нет. Ну, видите, я особо не знаю мест для лутания. Пойдемте в госпиталь. Вот там как раз воюют. Где воюют, туда и пошли. Здесь я уже намерен с людьми пересечься. Это топор, блин. Это топор, ребят. Если вы не знаете, кто такой топор, вы не знаете всей боли тарковчан. Потому что топор — это человечек, который бегает, ничего с собой не берет. Ну, ходит, лутается просто и кайфует. Ничем не рискует. Таких очень не любят. И, ну, такие обычно... В общем, мышиный геймплей такой, накопительный. Я считаю, лучше взять мародера. Тихо. Блин, тихо. И еще, так. Я что хотел сказать. Взять мародера и пойти спокойненько постреляться с людьми, да? Чем занимается вот этой дреснёй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это не по мне, я надеюсь. Так, берем вторую пушку. Еще что-то хотел я сказать, что мне не нравится. Ну ладно, забыл уже. Так, иди сюда. Это все пока, блин, это не то. Мне нужны люди. Ну, А, подожди, я патроны с собой... Как это я не взял? Все нормально, подожди. Вот. Все. Еще один топорист. А нет, это не топорист. Это не топорист был. Еще бежит. Опять базарят. Так, перезарядим. Да завалите вы, хлебальники. Вот с этих мы сейчас хорошо можем поднять, кстати. Да, это люди чистейшие. Так, давай-ка я выкину вот этот. ППГ мне не нужна, я возьму лучше его АКСН прокачанный. Можно будет позаряжаться. Я, конечно, не совсем понимаю. Видите, так, у меня пустые магазины. Мне надо зарядить магазины. Вот этот. Давай, родной, заряжайся. Зарядился. А, ну все, в принципе. Идем одну сюда. Хрен с ним, вторую вот сюда. Кстати, у него поприкольней калаш, как я понимаю. Ну, может, не поприкольней. Но вроде у него глушак. Так, здесь ничего нет, мы уже все забрали. Здесь у нас какие-то штуки. Патроны, магазины. Все, погнали. Все, у меня забит рюкзак. Но не беда. Блин, неудобно то, что я карту не знаю. Ладно, пойдем. Вообще, я в госпиталь собирался идти. Если бы не эти перестрелки, я бы, наверное, до тут дошел. Стройка. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо. Это бот. Нет, это не бот. Это человек. Еще человек.
Нет, я нокнул бота, опять же, зря потратил только хаешку. Ну ладно. Ну, видите, они просто так стреляют, что ты иногда не поймешь вообще, чё, кто там. Бежали. Надо похилиться. Времени еще полчаса дается. Могу. Все, огонь. Да, тихо-тихо-тихо. Вижу людей там вот, но это, может, боты. Вот как раз там воюют. Пойдемте туда. Хочу как можно больше народу убить именно. Взять какие-то стволы классные, как бы. Так, тихо-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 тихо. Пойдемте в здание. О, вот тут уже нормальная война. Да зайди, 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 зайди. Надо свой еще ствол взять. Я убил, кстати, двоих игроков. А, ну да, в принципе, это все правильно. Так, надо подзарядить магазины. Давай, 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 заряжайся, родной. Надо все это поменять. И дозарядить еще. Опа, тихо. Рядом кто-то воюет жестко. Блин, а это уже реально интересно становится. Реально интересно. Это вообще похоже... Непонятно. Не, это прям новая карта. Это, кстати, хорошо для этой игры, потому что... Чтобы их нахрен не засудили вообще. Потому что если они наглухо украдут все, ну это будет вообще некрасиво. Так, уходим. Тут у нас что? Опа, колечко. На память, колечко. Тихо. Сейчас зайдет. Нет. Хаешечку. Человечек здесь. 100%. Блин, капец, как у меня телефон греется, ребят, вы себе не представляете. Просто люто греется мобила. Прям нереально. Блин, напряженно. Тихо. Перезаряжайся. Домой. Кто-то подо мной. Так, что у меня? Это мы скидываем. Берем сюда. У него, правда, он разбитый, но и пофигу. Четвертый класс брони. Это лучше, чем моя, по-моему. Нет? Подожди. Нет, мой лучше. Мы его забираем. Дальше смотрим, что у него. АК-74М. Забираем обвесы. Забираем лазерку. Я заберу у него АК-74М. А что за ТХ-15? Я бы не сказал, что у него дофига всего на самом деле. Давай, юз. Это уже похоже на Тарков. Так, ТХ. Давайте попробуем посмотреть, что за ТХ. Опять же. Непонятно. Ну, что-то прикольное, кстати, вроде. Но это у меня нет магазинов на это, по-моему. Поэтому пока что я выброшу. Надо уже скоро отсюда валить, ребята. Надо отсюда валить. Так, это все мы заряжаем, это все мы забираем. Все, погнали. Я считаю, что я достаточно... Опа, вот билдинг 1.12, надо, видите? А у меня нет ключа к ней.
Хорошо. Я достаточно уже много побегал, надо будет изучать карты, поисследовать и вообще по кайфу как бы отыгрывать. Но я сейчас уже много чего урвал. Я, конечно, не совсем пока понимаю, что мне надо, что мне не надо. Это вот стандартная ситуация, когда ты играешь в игру, можно сказать, в новую, да, и ты еще не знаешь ее экономики. Что вообще нужно здесь, что не нужно? Вот я, скорее всего, ношу с собой бесполезные вещи, да? То есть вот Hunter Mage, что это такое? Говно какое-то. Вот это... Так, наконец-то я могу вот так сделать, кстати, вот, поменять местами. Вот, чтобы колечко у меня не уехало, потому что... Понял. Бляха, там снайпер. Все, что в подсумочке, оно как бы никуда не денется. Так, родной лежать. Тоже ничего нет особо. А тут не лутали, я так понимаю. Вот эти штучки мне надо забирать, потому что они для прокачки идут чего-то там, для крафта. Он еще и пробить меня успел, да? Давай-ка вот эту юзать. Она много места занимает. Тест-агент. А, я же могу, кстати, эти еще использовать. Анаболики, они при моих ранениях какие-то критических. Они будут мне помогать. То есть я не буду хромать там и так далее. Если ногу разобьют, я не буду хромать. И руку, если разобьют, я не буду как лошара стрелять. Короче. Тихо-тихо-тихо. Есть функционал у них. Дайс, ты что делаешь? Ну куда оно отлетело, а? Скажи мне. Все, это больше мы не берем уже, да? Ой, аптечка хорошая. Тихо. Это дискард. Хорошо, что он промахивается. Все, поехали отсюда. Не, ребят, что хотелось бы сказать. Я уже третий видос записываю на эту игру. Играю больше даже, чем на видосы. Так просто для себя еще периодически бегал там мародером и так далее. Мне игра очень нравится. Я считаю, что ее, вот, ее нужно допиливать. Ее нужно допиливать, потому что она хороша. А в целом, если ее допилить, будет ништяк. Первое лицо... Так, Dehydration Energy, похер. А в целом, если первое лицо завезут, да, ладно, хрен с ним, хотя бы отдельным режимом, чтобы люди могли нормально играть, а не вот этой дреснёй третьего лица заниматься. Если завезут графон, перестанет греться у меня мобила как сумасшедшая, а это рокфон третий, между прочим, то все будет четко, потому что по функционалу эта игра очень схожа с Тарковым. Тихо, блин, мне что-то выбили больно. Причем реально жестко выбили. Вон сверху чел сидит. Но это все равно боты, потому что... Хотя... О, понимаю. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, мне башку пробили. Ой-ой-ой, не хватало сейчас сдохнуть. Тишину. Так, давай. Еще с крыши вон сидит тело какое-то. Но я его ничем не убью уже. Надо бежать. Мне нужен снайперский прицел хороший. Тогда будет все четко. Так, у тебя что-то есть вкусное? Граната есть для меня. Еще вот этой штуки для прокачки. Для обмена. Так, что у тебя? Инъектор какой-то. Так, фьюэл. Ну это, наверное, что-то ценное для дальнейших. Ладно, поехали. Скорее всего, это все нужно для дальнейших прокачек и прочего. Блин, интересно, это я еще даже полкарты не обегал, чтобы вы понимали. Я просто погонял здесь туда-сюда, что-то поубивал, и все на этом. Короче, карта очень похожа на таможню, но это не таможня. Так, подожди. Еще не все, что ли? Тихо. Разряженный. Так, все. Я голодный, туда-сюда надо бежать. Все, хватит. В итоге убили трех игроков. Один из которых топорист, два вменяемых игрока, да. И 11 ботов. Что, собственно говоря, очень даже неплохо. Ой, долгий видос, наверное, получится, но... Ребят, это того стоит. Если вы хотите больше видосов по Lost Light, мобильному Тарку, обязательно пишите, ставьте лайки, потому что
Мне эта игра очень нравится. Я надеюсь, что и вам тоже. 7 уровень. О, у меня бег прокачался до 2. Интересненько. И вот много чего мы забрали. Правда, то, что я шлем у чувака забрал, допустим, он 0 из 32. Я его когда отремонтирую, он сейчас будет еле-еле 30. Но он 4 класс брони. И он будет способен держать хорошо. Ну что, друзья, на этом я буду заканчивать. Еще раз, если вам нравится этот контент, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, если вы хотели бы больше Lost Light на моем канале. Ну, а я на этом буду с вами прощаться. С вами, как всегда, был Маламадрас. Увидимся в новом видео. Всем пока.